Друзья, всем привет! В предыдущем видео пришел такой комментарий. Сейчас я вам его покажу, вы можете прочитать. Но вкратце человек говорит о том, как быть, если ты родился в бедной семье, если у тебя нет хороших стартовых условий. Как выбраться из этого? Я хочу порассуждать на эту тему и немного рассказать о себе, о своей истории. На этот комментарий я ответил, что, конечно, у всех у нас разные стартовые условия. И что я сам родился в довольно небогатой семье, в простой рабочей семье, в местности, где население 3000 человек. Там было мало возможностей, на то время интернет был слабо развит. Можно сказать, что я был в маленьком аквариуме, в котором сложно вырасти большой рыбой, фигурально говоря. Была простая жизнь, простое детство. Но в какой-то момент я встал на путь развития. Я не разрушал свою жизнь, а старался, и сейчас стараюсь, создавать ее, выходить на более качественный уровень жизни. Дело в том, что человек может выбрать один из двух путей. Первый путь – это говорить, что тебе не повезло, что ты родился в бедной семье, у тебя нет хороших стартовых условий. А второй путь – это когда ты берешь ответственность на себя, ты говоришь себе: «Да, у меня нет богатой семьи, но я хочу чего-то большего, я хочу изменить это. Я понимаю, что это не моя ответственность, что я родился в этой семье, в этой местности. Но моя ответственность лежит за мое будущее. Кем я могу стать? Что я могу изменить? Что я могу изучить, чтобы выйти на новый уровень?» Я просто убежден, что если человек хочет чего-то большего, то он может делать все возможное для этого. Повышать свою грамотность, развиваться всесторонне. Многие просто губят себя. Им не были даны хорошие условия. Перед глазами, возможно, был плохой пример, и они этому примеру поддались. Начали спиваться, либо еще что-то. Главное не губить себя и делать все возможное для своего развития, стараться, жить по совести и праведно. На канале «Сила слов» есть видео про мозг, в котором я говорил на тему ограничений. В какой-то момент я сам для себя понял, что у меня было много ограничений, принял это и стал меняться. Выстраивать собственные убеждения и стремиться к чему-то. Главный посыл, который я хочу донести в этом видео, такой. Нужно верить, что ты способен вырваться на новый уровень. Делать все возможное для этого. Не искать виноватых, не искать оправданий. Брать ответственность за свою жизнь на себя. Кому не даны хорошие стартовые условия, тому трудиться, конечно, нужно больше. Но без труда никуда. Только развивая себя, можно выйти на более качественный уровень жизни. Этого я вам и желаю. Это видео я записал спонтанно и просто высказал свои мысли на этот счет. Возможно, у меня получилось высказать мысли довольно скомканно, местами непонятно, но все-таки надеюсь, что зерно полезности вы из этого извлекли, что хоть чуть-чуть это видео оказалось для вас полезным. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на телеграм-канал «Силы слов», я там чаще высказываю свои мысли, также делюсь полезными книгами и стараюсь делать просто полезный контент. Ссылка в описании под этим видео и в закрепленном комментарии.